В Кайтакском районе внедрили телемедицину. Нововведение работает пока в районной поликлинике. У местных жителей теперь есть возможность проконсультироваться с нужным специалистом, не покидая муниципалитет. Раньше приходилось выезжать в столицу. На сегодняшний день связь с районной поликлиникой налажена в ФАПах сел Бажлук, Чумли, Санчи, Газия, Джирабачи, Джигия, Малакент, Кулиджа, Дакниса и в поселке Родниковый. Они могут прямо с ФАПа, с ФП, прямо с села, через камеру связаться со специалистами, с районными специалистами. И, соответственно, те пациенты, которые находятся у нас в ЦРБ, тяжелые пациенты, нуждающиеся в консультации республиканских специалистов, федеральных специалистов, связаться со специалистами соответствующей квалификации дистанционно.